Веду свой влог из ночного Еревана. Как я обещала вам, показываю ночную площадь и танцующие под музыку фонтаны. Звучит наша армянская эстрада. Yeah.
Европой. Иди встань рядом, ручку дай. Иди вставай, чтобы тебе было видно. Давай. Давай, вставай, не стесняйся. Давай. И раз. Молодец, вот так стой. Видите, как у нас красиво. И беру можешь, куда ты пошел? Рядом с той ручку дай. Надо же умудриться при таком красивом шоу сидеть с планшетом спиной к фонтану. А я тебя не снимаю, Рубош, я фонтаны снимаю. Ой, смотри, как красиво. Ну-ка, танцуй, танцуй. Ну, стой, смотри на них, Рубош. Сейчас, сейчас, Рубош. Там очень далеко, и там уже люди сидят. Из площади мы вылезли на наш Северный проспект. И впервые я вас, для вас снимаю его ночью. Не успела я включить камеру, как мои действия начали оговариваться со стороны прохожих. Ну и, как говорится, фиг с ними. Иди. Видите, как тут людно, светло и клево. Прямо по курсу ярко освещенный магазин «Нью-Йоркер» у нас тоже он открылся. И вот посмотрите, какие красивые колонны. Я не знаю, что это за магазин, ресторан это или что. Но вот такие вот красивые колонны. Куда ты хочешь посмотреть? Куда ты туда смотришь? Ну и что ты там увидишь? Не иди туда. Ну, там вот такое вот красивое кафе с фонтанчиком. Кстати, можете по ходу дела посмотреть, в чем ходят наши люди. В основном здесь молодежь гуляет. Девушки у нас любят в это время суток, как я уже поняла, с клатчами всякими вылезать. Хотя сам по себе клатч я ненавижу. Самая неудобная вещь на свете. Но вот смотрите, какие модные, симпатичные девушки. Вот там такое шикарное кафе. Смотрите, как красиво сделано. Ла Боэма. Вот. А мы домой идем, Рубошенька. Здесь наше гламурное общество тусуется. Так, такие вот красивые магазины, которые вот до сих пор работают, хотя сейчас 9:30, но люди делают бизнес. И мы сейчас подходим к моему самому любимому зданию на этом Северном проспекте. Вот такое вот кафе классное. О, мне кто-то туда в камеру помахал. Наконец-то нашелся адекватный человек. Видите, какие красивые фонари. Вот это мое самое любимое здание. Здесь, а, вот там тоже фонтанчик есть. Я думала, выключили, но фонтанчик тут тоже есть. Дайте место блогеру. Вот у нас там магазин Барбери. Прямо по курсу. Элизабет. Нет, какой-то Эрмен Гильдо Зегнер. Не знаю, что это за ругательство, но это какой-то крутой бутик. И вот такой вот фонтанчик. Ну беги, беги к фонтанчику. Беги, давай. Осторожно, не споткнись. Ну, здесь тоже, кстати, не хуже. Только без музыки, но тоже с меняющимся светом. Это очень симпатично. Фонтанчик. Но это здание меня просто поражает. Очень красивое. Вот. Боже, ну-ка давай мы с тобой помаши ручки. Скажи папе привет. Привет. Привет, папа и все наши зрители. Такой вот красивый у нас фонтанчик. Смотрите, там наверху такое красивое кафе сделано. Такие вот.
поймали. И видами нашего Лебединого озера возле оперной площади я заканчиваю свой сегодняшний ночной влог. Посмотрите, какие потрясающие у нас вещи сделали. Сейчас, Рубош, из зелени. Иди, подожди, здесь смотри, сколько людей ходит. Да, сейчас инструменты дрынь-дрынь сделаешь. Вот смотрите, какой рояль с цветами. И вот еще такой саксофон. Ну иди, иди, сделай. Сейчас девочка сфотографируется. Иди вон туда, подойди. Иди сюда, Рубош. Ну вот, глядя на Северный проспект, на Лебединое озеро, здесь у нас такие народные гуляния. Давай, хочу проходить к мостику. И вот такие вот гламурные кафе. Мы на этом заканчиваем наш влог. Сейчас я с вами лично попрощаюсь. Всем большое спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Пока.